Растерянные вооруженные часовые, легкий побег. Попытку выбраться из следственного изолятора записали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как 40-летний Сергей Кутафин пересекает ограду и оказывается на свободе. Полосу препятствий с заграждений мужчина прошел за несколько минут. Но за этот промежуток времени охрана успела бы подать сигнал или обезвредить беглеца. Побег произошел на участке, который не просматривается камерами. Мужчина покинул территорию СИЗО во время прогулки. Он проник на хоздвор, где перелез через 4 рубежа сигнализации и основное ограждение. Охрана должна была дать предупредительный выстрел в воздух, после чего прицельно стрелять на поражение. Но на записи видно, что этого не произошло. Злоумышленник не успел покинуть границы Малиновского района, где находится следственный изолятор. Мужчина был пойман и находится в отделе полиции. Беглец был осужден за повторную попытку украсть кабель на территории Одесского авиационного завода. Помимо наказания за кражу, он понесет ответственность за побег.